двигаться, дышать, парить, плыть, исследовать, путешествовать – это и значит жить. Ощутить вкус жизни вы сможете с вашим спутником Гермес. Сейчас отечественный отдых очень популярен. Оно и понятно. Наша страна поражает своей красотой и колоритом. И ваш спутник Гермес знает, где пляжи широки, природа уникальна и история полна чудес. Все это в России. Предложений масса. Выбирать только вам. Туристическая компания «Спутник Гермес» приглашает вас в увлекательное путешествие на комфортабельном туристическом поезде «Блистательный Санкт-Петербург». Тур у нас проходит еженедельно, с разной продолжительностью, от 5 до 12 дней. Средняя стоимость тура на человека составляет 20 тысяч рублей. Туристический поезд – это в первую очередь комфорт и безопасность. Приобретая полный пакет, вы получаете железнодорожный проезд в купейном вагоне, экскурсионную программу, питание, трансфер и интересную компанию вашего спутника «Гермес». В преддверии школьных каникул приглашаем всех школьников посетить Санкт-Петербург. Для школьных групп существуют скидки. Также предлагаем посетить загородные экскурсии в Санкт-Петербурге и попасть на открытие фонтанов. Ваш спутник Гермес рад предложить вам автобусные туры в таких направлениях, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо, Крым, Краснодарский край и многие другие города России. Сейчас действует акция раннего бронирования в Анапу от 11 тысяч рублей на человека. Анапа – это самый лучший отдых для детей и их родителей. Для молодежи мы предлагаем автобусные туры в поселок Лазаревское от 12 тысяч рублей. Мы рады предложить вам солнце, море и море удовольствий. Один из самых активных и многообразных видов путешествий – это молодежные поездки. А таких поездок туристы ждут доступную цену, насыщенную развлекательную программу и, конечно же, возможность сделать массу интересных фото. Ваш спутник Гермес знает толк в молодежном отдыхе. Для молодых активных мы подготовили автобусный тур на самый главный российский фестиваль электронной музыки и технологий Alpha Future People, который пройдет с 17 по 19 июня в Нижнем Новгороде на берегу Волги на площадке старого аэродрома. А в этом году организаторы обещают еще больше мировых звезд электронной музыки, еще больше технологий, зрелищ, водных аттракционов. Зрители ожидают сразу 4 сцены, на которых выступят более 100 диджеев, что является абсолютным рекордом в стране. Alpha Future People – это уникальная зона технологий и спорта. На данный момент на сайте организаторов можно приобрести входной билет на фестиваль по цене 4000 рублей. Но ваш спутник Гермес предлагает уникальную возможность приобрести весь тур по цене 6000 рублей. Это очень выгодно. Сюда уже входит проезд на комфортабельном автобусе туда-обратно, а входной билет категории «Стандарт», а фотоотчет, видеоотчет, страховка и сопровождение на всем пути следования. Кроме того, тур можно приобрести в рассрочку. Согласитесь, предложение очень выгодное и заманчивое. Не пропустите самое молодежное событие этого лета. Если у вас нет возможности посетить Мариинский театр, Венскую оперу или Миланский театр «Ла Скала», тогда отправляйтесь за помощью к вашему спутнику «Гермес». Любителей классической музыки мы приглашаем в круиз выходного дня на теплоходе «Петр Алабин» на международный музыкальный фестиваль «Классика над Волгой». Уже 8-й раз подряд он пройдет под открытым небом на живописном берегу реки Волги в зеленой зоне города Тольятти. 28 июня мы посетим один из концертов фестиваля «Рок и опера». Это уникальный микс рок-исполнителей и солистов Большого театра. Стоимость такого музыкального рейса составляет для взрослого 3600 рублей, детский билет стоит 3000. А в стоимость входит суточный рейс «Самара-Тольятти-Самара» на теплоходе «Петр Алабин» с размещением в каюте, страховка, развлекательная программа на борту теплохода, входной билет на сам фестиваль и трансфер в город Тольятти. Соедините красоту музыки и красоту природы в своем сердце.
Тот, кто до сих пор считает, что экскурсии – это скучно, тот просто не бывал на экскурсиях с вашим спутником Гермес. Здесь самые интересные интерактивные приключения, новый вид экскурсионного отдыха – квест-игры, во время которых предстоит узнать много нового, решить массу загадок и головоломок. На одном из таких квестов под названием «Здесь ковалась победа» побывали и мы. Юные туристы на время перевоплотились в разведчиков. Им нужно было провести секретную операцию. Только ответив на все вопросы, расшифровав коды, проявив солдатскую смекалку, ребята смогли отыскать звезду героя Советского Союза. С заданием справились на ура. Хотя, что все я да я, пусть расскажут сами герои. Нам дали такое задание – найти звезду. Нам дали карту. Мы стали искать ее. Нашли? Да. А где звезда оказалась? Вот вечный огонь, и там сбоку. Честно говоря, мне понравилось. Мне очень понравилось. Мы ездили на экскурсию, побывали в многих местах. Уважаемые родители, вы уже знаете, чем будет заниматься ваш ребенок на каникулах? Подарите ему приключения. В компании «Спутник Гермес» обращаются не только жители Самарской области, но и других регионов. А все потому, что ваш спутник предложит лучшее сочетание цены и качества. Торопитесь и вы! Более подробную информацию вы сможете найти на сайте компании «Спутник Гермес» или по телефону 372 07 98. Мы всегда рады видеть вас! Путешествие – это та вещь, купив которую, вы станете только богаче. Помните это, ваш спутник Гермес.